Всем привет из Алании. Понедельник, рынок Воба. Стою под дождем. Тут наши вот веселые ребята. И у них есть клуб Ника сегодня. Видео с рынка отдельно будет. Я стал просто, пока дождь идет, такой сильный припустил. Сейчас хочу показать мои покупки, потому что меня достают ежедневно вопросом, чем ты питаешься, что ты ешь, что не ешь, что не ешь, что ты ешь. Показываю. И цены заодно. Значит, что я купил? Капуста цветная и капуста брокколи по 4 лиры штука, каждая по 4 лиры штука, не кило. Дальше. Здесь в этом пакете у меня две морковки, салат айсберг, две головки большие чеснока, одна руккола, одна петрушка и вроде все, чеснок, морковка, айсберг, петрушка и вот эти вот капусты. Короче, ну капусты 8, а вот это вот все стоит 12. Ну там чеснок дорогой, сами понимаете. Ну и айсберг тоже не одну лиру стоит. Короче, вот это все у меня, что сейчас в руке, это 20 лир. Дальше, что я еще купил? Дальше купил гранаты по 5 лир кило. Здесь на 4 лиры 2 граната. Классно, тоже увидите человека, который я покупал в большом видео. Здесь яблоки, микс 3 кило, 10 лир. Яблоки, естественно, у них, конечно же. 3 кило 10 лир. Дальше помидоры вот такие вот розовые, они не самые лучшие из того, что были, но просто дождь идет, искать некогда. Такие, смотрю, небольшие пятнышки какие-то есть, ну розовые должны быть вкусные. На 4 или на 5 лир кило, кило по 4 лиры. И хурма тоже у наших мужиков, хурма, конечно же, хурма по 7 лир кило. Хурму он мне сделал на 10 лир, она тяжелая, 10 лир, вот это вот 1,5 кило, ее надо половину съедать сегодня, потому что она уже такая вот, долго лежать не будет. Вот, он банан ест, продает клубнику, а ест бананы. В общем, вот это вот все мои сегодня покупки. И сейчас под дождем будем передвигаться к дому. Рынок будет, большое видео с рынка. Мне вот интересно, клубника сейчас вкусная или не вкусная. Так, красиво с виду. С виду очень красиво. А клубника вкусная? Вкусная сейчас? Хорошая, да? Азипаша. Солнечная. Вот, люди есть на рынке, несмотря на ливень. Банан. Тоже Азипаша, да? Наверное. Не этот, не эквадорский. Все, люди, короче, рынок большой будет, видео. Сейчас мне вот это все надо тащить до дома. Пока всем.